Изысканные шляпы, оригинальные сервизы, сладкие угощения и книги – все эти детали еле вмещаются в холл библиотеки. Это только малая часть декораций, которые в день города украсят интеллектуальную интерактивную площадку «Вкус на чтение». Два месяца дизайнеры вручную создавали уникальные атрибуты будущего литературного уголка. Изюминкой станет огромный торт диаметром 3,5 метра, где будут размещены книги в 4 яруса. Пока он находится на доработке, впрочем, уже известно, что каждый желающий сможет отломить от него свой кусочек, а именно забрать домой в качестве подарка понравившееся из здания. Все наполнено будет смыслом, все будет наполнено интерактивом. То есть каждая локация – это короткая коммуникация с горожанами в плане интерактива. Будет много игр, будет много познавательных, интересных моментов. Будет возможность пофотографироваться, будет возможность проверить себя в каких-то знаниях, получить новые знания. По соседству с книжным форумом развернется масштабный фестиваль настольных игр, где гидами станут ожившие шахматные фигуры. Помимо популярных современных игр вроде «Монополии», «Крокодила», «Мафии», и лото, а мечей познакомят с развлечениями, которые появились в разных уголках мира много веков назад. А любителям азартных игр удастся составить партию в карты самому Александру Пушкину. В нашем литературном казино проиграться будет совершенно невозможно, но можно будет узнать для себя очень много новых каких-то интересных фактов. Вот одним из, если можно так сказать, крупье нашего литературного казино будет Александр Сергеевич Пушкин. С ним можно будет сыграть в карты, в очень популярную в 18-19 веках игру «Штос», которая как раз Пушкин очень увлекался. Но если вы проиграете, вам придется читать стихи Пушкина. Интеллектуальный досуг ждет и мечей в сквере Дзержинского 3 августа, когда в Омске будут праздновать день рождения города. Интересно будет и трехлетним малышам, и подросткам, и взрослым. В целом в программе Дня города немало сюрпризов. 2 августа в 16:00 любители цветов приглашают на открытие традиционной выставки цветоводства и садоводства «Флора», а вечером в 21:00 с праздником мечей поздравит популярный исполнитель Дан Балан. Мировая звезда выступит на площади Победы. Завершит торжество в 22:00 праздничный салют. Его запустят с двух точек рядом с бывшей гостиницей «Омск» и в Советском парке.